строчная и заглавная буквы «У». Все умеет уточка, ловит рыбу удочкой. Будет ей уха на ужин, для ухи укроп ей нужен. Много слов на «У» вокруг: утро, улица, утюг. Раз, два, три, четыре, пять, букву «У» нам надо знать. Буква «У» обозначает гласный звук «У». Сегодня ты научишься писать строчную и заглавную буквы «У». А чтобы у тебя получились красивые буквы, соблюдай главные правила письма. Я тетрадочку открою и с наклоном положу. Я от вас, друзья, не скрою, ручку я вот так держу. Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь. Рассмотри заглавную и строчную буквы «У». Заглавную букву начинаем писать выше рабочей строки, а у строчной буквы «У» элемент прямая линия с петлей выступает за рабочую строку вниз. Рассмотри элементы букв «У» на пазлах. Выбери пазлы с элементами строчной буквы «У» и обведи пазлы по контуру синим карандашом. Обведи пазлы с элементами заглавной буквы «У» зеленым карандашом. Рассмотри печатную и рукописную строчные буквы «У». Сравни их. У букв два элемента. У рукописной буквы линии плавные, наклонные. У печатной одна линия прямая, а другая с закруглением влево. У рукописной буквы есть линия с петлей внизу. Строчная буква «У» состоит из двух элементов. Прямой линии с закруглением внизу. Прямой линии с петлей. Обведи элементы строчной буквы «У» на пазлах в прописи. Посмотри, как правильно писать строчную букву «У». Начинаем писать на верхней линейке рабочей строки. Сверху вниз ведем прямую. Не дойдя немного до нижней линейки, делаем закругление вправо, коснувшись нижней линейки. Ведем линию вверх, плавно отклоняясь вправо до верхней линейки. Пишем длинную прямую линию с петлей. Ведем прямую линию вниз к середине нерабочей строки. Делаем закругление влево и вверх. Плавно ведем линию вверх. Отклоняясь вправо, пересекаем прямую на нижней линейке рабочей строки. Посмотри, как писать строчную букву «У» еще раз. Обведи по точкам в увеличенной строке прямую линию с закруглением внизу. Прямую линию с петлей внизу. Букву «У». Напиши строчную букву «У» по элементам и целиком, делая остановки для отдыха и самоконтроля. Сравни написанные буквы с образцом и оцени свою работу на волшебной линеечке. Поставь видео на паузу, выполни задание. Рассмотри заглавную, печатную и рукописную буквы «У». Сравни их. У букв два элемента. Буквы похожи размером и названием. Различаются буквы написанием. У рукописной буквы линии плавные, наклонные, с закруглениями вверху и внизу. Заглавная буква «У» состоит из двух элементов – прямой линии с закруглением с двух сторон и длинной прямой линии с закруглением внизу влево. Обведи элементы заглавной буквы «У» на пазлах в прописи.
Посмотри, как правильно писать заглавную букву «У». Начинаем писать ниже середины нерабочей строки. Пишем линию закруглениями слева направо, делаем закругление к середине нерабочей строки. Опускаем вниз прямую. Не дойдя немного до верхней линейки рабочей строки, закругляем вправо. Касаемся верхней линейки. Ведем плавную линию вверх, отклоняясь вправо, до середины нерабочей строки. Пишем прямую линию с закруглением внизу. От середины нерабочей строки ведем прямую линию вниз. Не дойдя немного до нижней линейки рабочей строки, делаем закругление влево, коснувшись нижней линейки. Посмотри, как писать заглавную букву «У» еще раз. Обведи по точкам в увеличенной строке линию с закруглениями с двух сторон. Линию закругления внизу влево. Букву «У». Напиши заглавную букву «У» по элементам и целиком. Сравни написанные буквы с образцом и оцени свою работу на волшебной линеечке. Выполни задание самостоятельно.